15 копеек, прикиньте, не знаю. Извините, бабка старая дома на диване лежит. Да. Ого. Как красиво, да, светится? Да. Город. Конечно, не видно. Мне бы научиться по городу ездить. Не умеете? Боюсь я город, я города не знаю. А, и вот навигатор я тоже не знаю. Я 23 года в Хабаровске живу, я до сих пор не знаю. Да? Навигатор? Я по навигатору, ну, то есть без навигатора я по Тополеву езжу. А, без навигатора я тоже без там. Северную еду, но в центр заезжаю, я даже не знаю, где, что, как, да. Вы тут 23 года живете и не знаете? Нет, я 23 года живу в Хабаровске, самому 26 лет, 5 лет работаю в такси, но я не могу запомнить. У меня память плохая. Не, я могу запомнить, но я не хочу заморачиваться. Когда я в такси работаю, где вот адрес не показывают, я говорю, веди меня. Они волят. Я не хочу заморачиваться, и так такси неблагодарная работа, я не хочу там спрашивать кого-то. Доезжаю до флажка, стою там, человек есть, если нет, уезжаю дальше. Я не жду, как некоторые, 15-20 минут ожидания, и потом один. Я просто жду вот бесплатное ожидание 7 минут, или 5 минут, и уезжаю. А город, я знаю только северный микрорайон. Северный? Да. Могу без навигатора в любой раз. Так, Березовка не очень. Я Тетрозы ездила. Например, за трассу с нижней, это как и снизовья едешь, и северный, и это где? Тихоокеанская, короче. Тихоокеанская. Ага, этот. Полина Осипенко туда. Ага, вот это я, вот эту дорогу я знаю. А больше все. А вот это больше, когда это, как его, Витя с Альбинкой жили на Южном. Как я боялась ехать. Витя меня встречает, и я сзади это смотрю, куда он едет, туда и поворачиваю. Навигатор вас довезет. Просто. Алиса Жан, довези меня туда, скажешь. Она довезет туда. А один раз, знаешь, что получилось? Я еду за ним, ага. А получился этот, как его, повороты. И вот это, и эти. Он не успел проехать, и я, получается, остановился посреди этого перекрестка. А я даже не заметила, что мы на перекрестке стоим. Я сзади стою, сигналит, я никуда не пускаю же. Им же надо поворачивать, блин, ага. Ой, я говорю, Витя, ты что, ступил? Я же не знаю, я только твою задницу вижу, и все, больше мне ничего не интересует, куда ты меня везешь, чего там, куда там. Если ты заморгал, это какие, левым поворотом, то я моргаю. Все действия за тобой повторяюсь. А я забыл. Вот в такси бывают такие заявки, водители женщины. Ага. Водитель женщина, ну, например, без сопровождения, например, в школу у детей несовершеннолетних, или куда-то еще, да, водитель женщина. Когда машина ломается, я в такси сам пользуюсь, без разницы, кто приедет. А если женщина, я назад сажусь, три ремня, и, господи, помоги, как бы там делать, но я мусульманин, свою калиму делаю, говорю, ну, лишь бы, блин, что-то не случилось. Я боюсь, когда женщина за рулем едет. У меня жена вторая, у меня две жены. Коляну, она водит. Я говорю, ты чего, блин? Две жены? А у нас же многоженство запрещено. Это у вас запрещено, а нам можно. У нас до четырех жен можно по религии. Закону тоже, ну, нам никто ничего не может сказать. Если ты сможешь прокормить их одинаково, то тогда не волнуйся. Тебе закон даже ничего не скажет. Херакс. Если бы Костя еще и кого-то завел, то
есть. Не, у меня жена, я сам таджик, жена таджичка. У таджички у меня есть дети, двойня. А у корянки нету. Они, мы все живем вместе, дружно и счастливо. В смысле, все в одном доме? В одном доме. Ты еще и две жены. Конечно. Охренеть. И у меня родители. У нас дом большой. Сами строили. Родители с нами. Они в первом этаже. У меня один братишка есть. Вместе с родителями в первом этаже. А мы в втором этаже. Ну, это, видишь, как его, все нет, зависит, ну, это, что? Как сказать, от народности. Ну, да. Да. В смысле, от народности? Ну, например, русские, они не могут иметь две жены, понимаете? Почему, если человек работает, зарабатывает, почему не сможет? Надо нет, по закону взять, у нас взять, такого нету. У меня, ну, первая жена, это гражданская, как мы все ему делали. Она, я с ней жил, ну, она со мной жила, просто мои родители сказали, спроси у нее, надо женить, ну, там, соседи, друзья, что скажут. Я спросил, я говорю, второй раз я хочу жениться, что ты мне скажешь, разрешение дашь? Женись. Я говорю, хорошо, а женился, она работает, я работаю, отец работает, мать работает, моя братишка, жена не работает, зачем мне сидеть, братишка учится. Ну, уже я женат 2 года. Как? Уже 2 года. Пока никакой войны не было. Когда вот, например, да, можно вот, ну, святые я вообще не поклоняю никому. Ну, например, шоколад принеси, фрукты привози, да? Mm-hmm. Я не беру одну или две, я беру сразу 3. 2 жены, 2 матери. 3. Если я хочу что-нибудь купить, я всегда покупаю 3. А, ну это да, я где-то тоже читала, что это не отделяется, все, это все, да, вместе, все вместе, да. Если хочу одежду купить, да, например, но я беру маму, жен и едем туда. Выбирайте, что хотите, как хотите, я поехал. Они выбирают, карту оставляют, они сами берут. Ну, сами понимаете, мы экономичные люди, ну не столько, каждый там по 5 тысяч, по 6 тысяч, считайте. Они довольны, я доволен. Ну да. Ну пока у меня дети, ну, войны не было, у одной жены у меня дети есть, а у второй, если появится, ну точно, но я знаю, что точно будет война, но пока не. Я им говорю, если будет война, я еще 3-ю возьму, они замолчат. Я женился в своей однокласснице. Корянка она была, а мама корянка, отец узбек, отец пропал, умер, я не знаю, а мама живет в Питере. Иногда, ну, блин, даю машину жене, говорю, иди, куда хочешь, что хочешь, делать, ну, хорошо. Она мне в задний бампер разбила, вот фара, ну, передняя фара не работает. Я говорю, тебе не дам, но все равно. Давай на этом, на сейчас. На магазине. Да, нет, тут вообще бумаги дома. Да и поесть надо купить. А куда пешком пойдем? Куда пешком? Здравствуйте. Домой. Нет, ты сильно далеко пешком идти? Нет. Я знаю, как я один раз с вами ходила пешком, бедные мои ножки. Да не переживай, ты тут недалеко. У меня сумка. Рюкзак небольшая. Ничего. Я могу одну оставить, а другую довезти. А ладно, вместе будем. Смотреть. Ага. Да, нас на стекляшке. А, ты же не знаешь. Так, ну дальше прям. Мне хоть поснимать что-нибудь, контент надо. Я же сидю, ничего не поснимала.